Привет! Вы сегодня на канале Стефа и Каролина. Сегодня мы будем делать подделку осеннюю. Все, мы разложили. Давайте выбирайте для себя аксессуары. Вот такая леечка. Вот такой камушек. Веревка. Вот такой грибочек. И такой мох. И такая шишечка. Шишечка. Мох. Да. А мох брала? Ой, вот такой мох. Сейчас есть закрученный. Мотель. Твоё. Тебе мох понадобится? Да. Бери, вот мох. Ой. Я ей помогу. Конечно. Во сколько мох? Два. Вот здесь клеить. Где у тебя? У меня? У тебя леечка прикольная. Еще красивая полянка. Только волшебная, да? Да. Название придумали своим работам? Да, у меня волшебные грибы будут летать. Это цветочки их. Хорошо. Это грибы, то есть. Настоящие. А у меня волшебные. Ты можешь грибы взять вот отсюда? Есть. У меня волшебная полянка. Давай приклеим аккуратно. Вот. Так, туда прижми. И мне теперь. Да. Так, Стефочка, тебе куда приклеить? Давай. Аккуратненько. Только не задень ручка. Горячая. А тебе что приклеить, дочь? Эти камеры. Стефи, у тебя будет очень все красиво. Да, очень красиво. Тебя не горячо? Это еще нет. Вот я думаю, тут не упадет. Интересно, может ее тоже приклеить? Да, шишку сюда. Шишечку приклеим. А ты что там надумала, Стефи? Вот сюда. Друг на друга, да, камушки сделать? Да, так игра. Такие. И вот так горит. Да. Покажи. Очень красиво. А вот здесь, а сзади вот так. Все приклеили? Да. Стефенька, ты что еще будешь? Грибочек? Нет, гриб. Да, мухомора. Мухомор. А мухомора есть нельзя. Нет, еще маленький. Ну что, девчонки, доделали свои? Да. Покажи, Стеф, теперь ты. Вау. У тебя прямо огород. А рядом? Вот так крутить. Угу. А вот так рядом. Еще будем делать? Да. Давайте. Давайте в колбочках. А давай. Я тут пластилин. Пластилином, хорошо. Нет. Как открыть? А вот сюда. А кого ты лепишь? Колобка. Здорово. А я кошечку. Я умею колобка. Лапка твоя. А ты какого цвета кошка? А ты сделай зайку. О. В лесу зайка. А у тебя колобок убежал от бабушки, от дедушки. Будет удержать морковь. От медведя. От лисы. От лисы не убежала, она его съела. А я придумала от колобка вторую серию? Давай. А у меня серия вторая. А, он остался жив. Да. Здорово. И ушел жираф. А, он очутился в Африке. Да. Угу. Так убежал от лисы, что улетел в Африку. У меня не моя, не будет. Мне это будет придумано. Она падает. О, девчонки, я вам призы не дала за эти красивые ваши подделки. Мы потом. Призы еще будут. Да, давайте я вам сейчас по одному призу дам, а за эти призы еще дам, за эти подделки. Держись, Стефочка. Простоквашино.
И тебе киндер Простоквашино. А давайте посмотрим, что в киндере. Давайте. Ой, я уже сыпочку беру. Можно мне тоже? Конечно, нужно. Давай, давай. Даже нужно. Брелочек. Брелочек? Да. Какой показывать? Ой, котик! Я играю на горошке. У тебя кто, Стефенька? Показывай. А, няма-няма. Какая классная. Красивая. Кот задом наперед. Так, а может ее сюда поставить? Я съем. Нет, я съем. Тыкву. Да. Давайте сюда поставим. Сюда приклеим ее? Да. Кому? Давай. Она идет туда. И тебя ждет еще один сюрприз. Еще одно яичко. Не яичко. Держи еще одну Простоквашино. Давай посмотрим, кто там. Давай. Может, тоже приклеим куда-нибудь. Кэрри, давай я пока буду клеить, а тебе нам еще один сюрприз. Ты его пока открывай. Держи, пока открывай, посмотрим. Я тебе приклею. У вас попался, девчонки. Тебе котик. А тебе папа. Давай его приклеим в сад. Такой. Вот в этот или в тот? Мне вот этот. Ты туда же его? А может быть, мы в тот поставим? Давай вот сюда его. Да. Нет. Ну, давай сюда. Сюда. Хорошо, давай. Вау, как красиво. Я прям в этом волшебном лесу хочу погулять. Ты закончила? Да, все, мы закончили. Ну, и теперь... Подарочки? Да, новые подарочки. Что? Так, тебе. Ура, такой красивый. Тебе бомбочку в ванную. И смотрите, что. О, спасибо. И там какие-то есть предсказания. Посмотрим? Да. Напоследок. Давайте, открывайте. Да. Пони. Ой, это же не пони. Как это называется? Единорог. Единорог. Вот это так-то твёрдо. О! Да, вот так. Получается? Нет. Я ей помогу? Конечно. Только подписку. Да что еще сестренка нужна, чтобы ей помогать? Да. Играть и веселиться. Я только дорогу здесь достану. Давай. Что там пишут? Вон единорожка. Какие предсказания читаем? Давай прочитаю. Так. Проигрывая, вы выигрываете опыт. А у тебя что написано? Стефани, как много. Целую книгу написали. Учитесь быть счастливыми прямо сейчас. Иначе можно не успеть. Мама, это что? Это вкусная печенька. На? Пряник, конечно, но не мне же. А, не мне. Всем пока. Да.